В Ноябрьске с моста по дороге на промзону упала девушка. ЧП случилось в воскресенье 4 августа в районе 16:30. По словам очевидцев, девушка на вид 25 лет была одна и ни с кем не разговаривала. Работники, которые занимаются ремонтом путепровода, вызвали скорую. На момент прибытия медиков пострадавшая была в сознании и даже отвечала на их вопросы. Когда бригада приехала, там объяснили, что, по крайней мере, тогда, когда они осмотрели ее, она, по крайней мере, жаловалась тогда на какие-то там боли, там, на местах перелома. Это, конечно, считается очень тяжелой травмой. После оказания первой необходимой медицинской помощи бригада там транспортирует наши пациентки в приемное отделение. Сейчас девушка находится в реанимации ЦГБ. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, у пострадавшей множественные переломы ног.